Более 100 завоеванных наград, свыше 50 поставленных композиций, около 500 подготовленных танцоров. Ансамбль бально-спортивных танцев «Академия» отметил 15-летие. В честь своего юбилея артисты преподнесли жителям Славянска на Кубани подарок, какой расскажут наши корреспонденты. День рождения ансамбль бально-спортивного танца «Академия» решил отметить юбилейным отчетным концертом. Своим зрителям юные артисты подарили настоящий праздник танца. Идейными вдохновителями и создателями ансамбля в 2003 году выступили Андрей и Елена Шишкины. Начинать приходилось практически с нуля. Но любовь к танцам, желание передать свое мастерство детям, самоотверженность и целеустремленность сделали свое дело. Сегодня Академия – это самодостаточный коллектив со своими достижениями и успехами. Его воспитанники неоднократно становились призерами и победителями танцевальных конкурсов краевого и всероссийского уровней. В копилке достижений более 100 наград. Одна из самых значимых – первое место в Южном федеральном округе по формейшн. В планах – покорить всю Россию. Главные старты в ближайшие – это чемпионат России. На ЮФО мы наконец-таки победили. В течение 5 лет нам этого не удавалось. Мы были вторые, третьи. И в этот раз мы стали первыми. Естественно, это будет тот главный шаг, который нас логически двигает к чемпионату России. И мы вот ждем, как только появится в графике этот турнир, где он будет проходить, неважно, где он будет проходить. Я думаю, что с такой командой родителей и детей мы полетим хоть в Чебоксары, хоть там, куда бы это ни было. На отчетный юбилейный концерт юные артисты подготовили свои лучшие номера. Участвовать в таком празднике для них почетно и волнительно. Сегодня отчетный концерт. Что он для вас значит? Это значит то, что мы все вместе, мы одна команда. Мы сегодня будем танцевать очень хорошо, мы все взорвем. Поддержать юных танцоров, порадоваться их успехам и достижениям пришли родители. Для многих из них Академия стала не просто местом, где их дети всесторонне и гармонично развиваются, а настоящей дружной семьей с общими целями и задачами. Отдали детей на бально-спортивные танцы именно в Академию, потому что мы очень доверяем Андрею Николаевичу и Елене Юрьевне. Эти два человека, которые делают из наших детей настоящих принцев и принцесс. И мы как бы во всем им помогаем, стараемся и выходим на контакт. Без конца как бы идем, чего-то добиваемся. А главное, мы видим результат. Изменилась осанка у детей. Дети стали раскованные, дети умеют общаться. Это самое главное. И дети уже у нас ездят по стране, общаются с другими коллективами. И самое главное, мы посещаем коллективно мероприятия именно по бально-спортивным танцам, где дети видят, к чему им нужно стремиться. Огромное спасибо этим двум людям, Андрею Николаевичу и Елене Юрьевне. С горящими глазами детей, поддержкой родителей, мастерством и профессионализмом руководителей ансамбля у Академии большое будущее. И первые 15 лет – это только начало их большого творческого пути к своим новым победам и достижениям. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».